Просто обнимаем вагонетку нахуй. Этот солт, наверное, охуел, блядь, на него, блядь, толпа путисов просто вывалилась, блядь. Бля, ебать. Меня убил Хэви. Ладно, гон на вагонетку. У нас тут свой бот. Бать, бот написал, если ты мейнишь солда, сдавайся. Отстойная карта, я вижу почему. Ты что, на ней ни разу не играл? Я и на ней играл один раз, но я просто после этого удалил ТФ. Нам говорят, бот кикните, да? Бот кикает, блядь, нашего, и я нажал F1 случайно. Заебись, мы кикнули, блядь, чела настоящего. Бот-момент произошел. ТФ-2 победил. А чё мы так спокойно вагонетку толкаем, блядь? Там демос сверху. Просто стреляйте в направление, блядь. Любой цели, ебать, он закидал меня. Понимаете, мы просто здоровые куски мяса, мишени, блядь. Вано, блядь, титан ебаный. Блядь. Я почти успел остановить его. Бля. Хотя бы нужен один хэвик, который будет смотреть на этот. Блять, у нас все хэвики! Даже чел, который зашел, просто, блядь, просек тему. Let's go. Все возьмите это хунглау, ебаный этот вот. Да бог, кто-нибудь двое возьмите просто и будет заебись. Просто. Бегут, блять. А давайте теперь на счет три все пути скажем. Раз, два, три. Блять, я хабута. Туристы, блядь, нахуй. Ладно, все, в бой, блядь. А где сама точка, блядь? Один убер, блядь, и все, и мы умер. Но казалось, нас ебут. Почему такое количество хейков не может победить, блядь? Стойте просто на последней точке, блядь. И все, может, мы выиграем. Просто надо рассосаться по разным местам, блядь. Просто какой-то ад, блядь. Вон они идут, блядь. Как раз проход большой, пулеметов много. Так, Томислав Вано, блядь, подберу. У меня кончились патроны, а то... Либо спасибо кому-то за стейк. Рип. Бля, крейзи охуенный маневр был просто. А мы сможем выиграть? Нет. По-моему, это самая худшая тактика, но мы сейчас проверим на атаке ее. Мне нравится, что люди такие тоже фишку понимают, и такие тоже за хэвика заходят. Нихуя себе. Это криты были? Это криты были. Ой, пизда нам. Все померли. Это, понимаете, это геноцид произошел. Путацид. У нас появился спай. Спай, блядь, который пытался, понял, что из этого... за скаута, блядь. Ну, норм. Спай, нет! Просто убил двоих. Спай с дедрингером. Я слышу, что спай с... Он сзади. Кажется, я доминирую этого спая. Да, я действительно доминирую спая, у них там в центре. В центре нету. Нет, там еще одна. Вторая еще. У меня еще предложение есть поменять тактику немного. Знаете, на какую? Мы, короче, на дробовики сейчас переключимся все. Да, а да, все, да. Все, он зашел за хэвика, блядь. А не все... кикайте его! А все, уже поздно, люди начали
Короче, берите дробовики, фэтскаут и все сейчас. Фэтскаут апдейт. Пиз же нету, блядь, ебать. Спецотряд, блядь. Это, кажется, мощнее, чем этот. Чем пулемет. Я вижу спая. Капец, у них спаев реально до хрена, просто я троих сейчас видел. Но если мы будем вот на таком расстоянии с дробовика стрелять, мы никого не убьем. А Демос нас убьет. Пиздец, не знаю. Если подходить к Демосам близко, они, короче, useless становятся, они не умеют в миле. Только медики могут в миле, демосы вообще что-то, когда со стиками ходят, они вообще боятся мили, будто там типа бутылку достать там и пиздануть какой-нибудь ботинок. Гоу-гоу-гоу-гоу. Дробовики работают. Ну, против демосов, по крайней мере. Но не против сентриганов. Если вы видите демоса, да, просто бай, бегите им в мили рейндж, он в мили ничего не сделает вам. Ну, кроме как, да, как пайпа попадет. Не, ну мы почти победили, мы хорошо старались. 7-12 у меня, например.